Мы говорили давно о реконструкции новощипного ряда, и наконец-то мы можем говорить о том, что реконструкция, полномасштабная реконструкция новощипного ряда началась. Достаточно сложная была проведена работа, много работы проведено. Надо было согласовать проект с владельцами вот этих малых архитектурных форм для того, чтобы убедить торговлю. Это много рабочих мест, это много людей, которые работают. Это не просто так решить какой-то вопрос. Надо предоставить им другие площади. Провели переговоры с привозом. Они предоставляют торговые площади у себя. Поэтому мы освобождаем когда-то занятые без разрешения пешеходную зону, занятый тротуар, занятую пешеходную зону. Освобождаем, и здесь будет оборудовано место этих павильонов, которые мы с вами видели, уже мастится плитка, мы видели, как это происходит, будет пешеходная зона. Проводится замена, вы видите, что мы поменяем и приведем в порядок трамвайный путепровод, полотно. Много работы предстоит, замена всех коммуникаций. Это и освещение, это водоотведение, водоснабжение, это те трубы, которые находятся, или те коммуникации, которые находятся, газовые трубы. Все это необходимо будет переложить, привести в порядок. Достаточно большая работа внизу. После этого мы закончим тем, что будет восстановлено трамвайный путепровод в новом виде, дорожное полотно, организовано движение. И впервые за последние, ну, наверное, лет 30 уж точно, новощипной ряд станет улицей, активной улицей, проезжей частью, проездной улицей.